Зачем эта тема? Давайте про автономию. Ребят, автономия – это же про счастье, про любовь и, наверное, в первую очередь про здоровье. Поэтому, а почему вы думаете, что тема наших заболеваний, она не актуальна? Что для вас автономия? Автономия – это и есть то состояние, когда вы вне зависимости от своего физического тела, когда вы можете заниматься своим любимым делом, не думая о том, что вот там рука болит, нога болит, там, не знаю, там желудок болит, что-то еще болит. Это же именно про это. И поэтому первый этап, наверное, первое становление себя, это когда вы восстанавливаете свое физическое тело. И после восстановления своего физического тела, тогда ваша голова более становится свободна и готова вас вывести в эти автономные состояния, которые уже идут через, уже не через голову идут.